С начала года в Центр занятости населения обратилось более 300 людей, имеющих инвалидность. 148 человек удалось трудоустроить. Ежегодно в Мурманске проводится ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья, где можно познакомиться с работодателями, пообщаться с психологами и другими специалистами. Центр занятости населения города Мурманска организовал специализированную ярмарку вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья. В холле Мурманского колледжа искусств посетители могли не только получить консультации специалистов, но и напрямую пообщаться с работодателями. В последнее время, вот благодаря тому, что в законе Мурманской области введено вот понятие квотирования рабочих мест для инвалидов, у нас все больше и больше организаций и предприятий Мурманской области берут на работу инвалидов. Вот, причем специальности широкие очень. В этом году в Центр занятости обратилось более 300 людей, имеющих инвалидность. Из них трудоустроено 148 человек. Также для участников ярмарки открыли творческие площадки, где под чутким руководством волонтеров можно было попробовать себя в кулинарии, изготовлении подарочных упаковок и многом другом. Я могу сказать, что у нас количество участников каждый год растет вдвое выше, чем относительно предыдущего года. Мне очень нравится, что здесь у нас, во-первых, и мишвед, и дети у нас, и школьники, и студенты, и просто специалисты есть, и нету никакого разделения. Психологи организовали площадку, где все желающие могли расслабиться с помощью пескотерапии, как оказалось, весьма действенного способа не только размять руки, но и снять напряжение. Очень интересное мероприятие, ребята молодцы, все очень хорошо справляются. Очень быстро всему учится, и нам тоже приятно помогать. Частью события стало закрытие конкурса «Обилимпикс». Региональный этап чемпионата профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями в Мурманске проводился уже в третий раз.